как вы сами относитесь ко Дню Святого Валентина и знаете ли вы историю этого праздника? Нет, я его не знаю и даже не собираюсь знать, потому что это абсолютно не наш праздник. Мы и так уже почти американизированы вообще полностью. Зачем? Мы вообще живем на русской земле, тем более Анапа – это старинная вообще земля. Как говорится, тоже ее заселили русские люди в свое время, и вон как она процветает. Поэтому у нас есть свой праздник, отечественный. Недавно, правда, он возник, это Петра и Февронии, насколько я помню, 8 июля. Этот праздник мы отмечаем, и отмечаем его особым образом, потому что мы зарегистрировали свой брак в День Святого Валентина, и у нас сегодня годовщина свадьбы. Ну, я слышала, кто такой Святой Валентин, и, по-моему, к традиционной любви он не имеет никакого отношения. А вы знаете о каких-нибудь славянских аналогах этому празднику? Условно, 8 июля, День Петра и Февронии, мы все это прекрасно знаем, но почему-то День Святого Валентина почему-то очень прочно засел в России. А 8 июля – День Петра и Февронии. Как-нибудь его отмечаете? Ну, дети приезжают, стол накрываем, ну, вот это же лето. Потом на улице шашлыки делаем, поздравляем друг друга. Ромашечки дарим. Ну, у меня растут красивые ромашки.